Сними ее с дочкой-то. Да вот. Видишь, как хорошо. Ой, как ты долго снимаешься. Да. Господи, нажал на кнопку и пошел. Как будто не 20 лет выйдет. А, вот какая. Это папа, это дочка. И поэтому, ну, посмотрите, какие там дети. Я просто уже покорена вашей успокоить. Могу сказать, если я... А это окно в душу художника. Потому что художник создает свой параллельный мир. Искусство – это параллельный мир. И вот этот мир у каждого художника свой. И насколько вот я знаю, вижу и наблюдаю за ним, и вижу, конечно, на многих выставках. И это, конечно, человек особенный. Ну, во-первых, он родился на Масленице. Я знаю по Владе, по своей жене, что это какой-то особый народ. Те, кто родился на Масленице, они такие патриоты, они так все любят. И они так не любят какие-то изменения, а изменения вот не в лучшую сторону. Поэтому вот в этих работах Масловка – это, вы знаете, наш Монмартр, который в себе держит, удерживает ну, такой большой пласт нашей культуры, может быть, самое главное ядро, и это передается непременно вот детям, духовным детям. И еще я хочу сказать, что мы как-то очень близко с Гришей последние почти 10 лет общаемся по поводу того, что вот художники вознамерились, размечтались, чтобы у нас на городке художников появился свой храм, храм Андрея Рублева. И это замечательное событие, сказать, возглавил, наверное, неправильно, но как-то вот сосредоточила в себе семья Гришина. Лидия Яковлевна и Гриша, Лидочка, значит, мы у них собираемся уже
10-й год пойдет, вот 9 лет, мы собираемся выпустить премию замечательной мастерской, где висят вот так вот много работ, и Коровин, и Виктор Григорьевич Степаков, и Слава Забелин, и Володя, как хотим здесь присутствовать. В общем, там масса каких-то замечательных вещей, и вы представляете себе, вот 9 лет у себя в мастерской гостеприимно принимать, значит, людей, которые барахтаются вот с этим временем, бьются почти за неосуществимую, так сказать, мечту, но кажется, у нас дело это двигается. И все это я говорю к тому, что в работах, в картинках, все, что внутри, в душе, все это вот явно в работах. И я думаю, что вот то, что у Гриши в душе уже этот храм выстроен, присутствует, то, что мы мечтали, это есть и в работах. Потому что русская живопись – это искусство православного мировосприятия. И чтобы художник православного мировосприятия не делал, какой бы ни обратился к теме или жанру, у него этот мир православный везде присутствует. И я думаю, что вот это такое скромное отличие такого глубокого художника, как Гриша, и молодого художника Маша, здесь присутствует. Они не удивляют, не поражают каким-то и не ставят такой задачи, а это какой-то внутренний мир. Я хочу вам пожелать удачи, терпения, мира в семье и надеюсь, что это наша мечта, Гриша, исполнится, храм мы построим. Спасибо за теплые слова, и мы вам, как вас, хотим пригласить к столу. Да.